Всем привет, меня зовут Дмитрий Макена, и наконец-то компания Serato выпустила Serato DJ Pro версию 2.0. Программа особенно внешне не поменялась, но кое-какие изменения добавили. Теперь вместо одной деки можно переключаться на две и пробовать миксовать свои треки. Теперь, как видите, выглядит как при подключении контроллера, но кое-какие есть моменты. Нельзя записывать микс, но можно просто опробовать свои треки, помиксовать их. Тем более, все для этого здесь полностью есть. Кроссфейдер, фейдеры на звук, и также можно увеличивать громкость треков, синхронизации, BPM, ну и все остальное. И также, у кого есть дополнение, как Serato Flip, можно спокойно заготовить лупы. Одно из самых нововведений – это поддержка 64-битной системы. А это значит, если у вас очень большая библиотека, то загрузка ее займет теперь намного меньше времени. А на данный момент это просто рабочий компьютер у меня, где я записываю видео. На ноутбуке у меня очень большая обширная библиотека, и могу вам сразу сказать, что загрузка ее стала намного быстрее. Еще одно нововведение – это Performance Pad. На данный момент оно выглядит как на самом контроллере. Раньше, пройдя по вкладке Setup, Libre, отключим Performance Pad, выглядело все столбцом. Но честно скажу, что на данный момент мне это нововведение нравится. Также добавился Color Key Display. Соответственно, можно просто поставить, чтобы цветные тональности, либо одного цвета. Ну, цветное мне больше нравится, так бы проще различать. Также для владельцев ноутбуков с матрицей Retina, 4K UHD дисплей, есть хорошая новость, теперь поддержка полностью ваших моделей присутствует. Также в Setup есть High-Res Screen Display, можете включить или выключить. А при этом нужно будет обязательно перезагрузить саму программу Serato. Также раздел помощи стал более доступен. Теперь можно спокойно, допустим, Show.lips, посмотреть, какие клавиши к чему относятся и за что это все отвечает. Намного проще показать клавиши быстрого доступа, посмотреть видеоматериалы, чтобы быстро начать работать в программе. И также можно, допустим, если вам какая-то определенная часть нужна, в поиске там микс, запись трека, вы можете здесь написать, нажать Go, и вас перенесет на веб-сайт, и где примерно по вашему запросу покажет уже большое количество статей. Ну и на этом пока что все. Будем ждать новых обновлений. Я надеюсь, что кое-что компания все-таки Serato добавит в программу, потому что с учетом того, что ее конкурент ближайший на данный момент это Recordbox DJ, будем надеяться на лучшее. Также на моем канале изменятся теперь плейлисты, которые будут относиться к определенным версиям, ну и соответственно к программе. Вот теперь плейлист Serato DJ Pro, Serato DJ Lite и старые видеозаписи, которые, ну, если кто-то до сих пор пользуется старым версией, им удобнее будет посмотреть те видео-мануалы. Всем спасибо, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, задавайте свои вопросы в комментариях. Всем спасибо, хорошего диджейства, пока!